Все, короче, пошел стримак, блядь. Есения вдова Спасибо. хотела посмотреть на ваш стрим, но у тебя был скрыт ДПС, так что было вообще неинтересно. Я переключил, видать, там. Смотрел что-то. Урон по союзникам, что-то такое. Да, вы там что-то не Синдрагосе вайпали сегодня. А у Клаптона же есть, по-моему, да, Т5? Это, Кладбон, ты тут? Да, да, тут. Давай, спрятнись в мишку. Че у тебя там? Походу ты будешь танчить со мной, потому что других смысла нет спекать. Да нет, Лорас, я по шутке роля, мне ничего не нужно. Нет, ну на леди-то придется по-любому спекнуть, скорее всего, Редвару. Ну, но у него смотри, что у него Т4. Да, Лорас, сейчас я фукашу, ты зря вот так спрашиваешь. Сейчас половина просто не увидит, потом будет ругаться. А смотри, у него 2Т5 есть, охуеть. Ну ему походу со мной на боссе надо быть, а Редвару на трэше. У Редвара же нет Т5. Ну это у меня скота, я поставил. Ну да, вариантов-то нету. А у тебя на коте 4 куска? Да, да. Ну-ка, одень 4. Там же охуевшие бонусы на танка. А не, знаешь, Долорес, мне на офспек нужно кольцо спринцов, все. Вот видишь, в 4 ты почитай бонус, это тебе покруче будет. Но это, конечно, для мейн танка. Ладно, в 2 кусках тогда ходи. Тебе особо ничего делать не надо будет. Ну и, чё, кстати, трэш. Ссылка, Гер. Кирс, а ходишь нам? Прекрасно. Покупатели сейчас вам нагонят. Чувак, а мне в ДЦ или в холика? Как душе угодно. Ну твоя основная... Ты лучше в 4 кусках будь, потому что тебе на трэше лучше будет, профита больше. Ты, твоя основная задача, ты считай паки трэша, потому что у меня соло таргет. Агро, выживаемость на боссе. У тебя как бы и с этим заебись, но ты каков танк походу пойдешь. Ну что я каков танк? Я там, блядь, буду 30 кнопок нажимать в секунду, блядь, а ты одну кнопку только. Так что лучше, чтобы полегче было. Тридцать казней ты будешь нажимать или чё? Не, я имею в виду, если в Т4, то надо будет, ну, ебаться, блядь. То есть на трэше там дилку кидать, таунты кидать. Я брал специально грудь на сетом, чтобы можно было переставляться туда и туда. Ну грудь она так и берется всегда. Не, ну кота-то руки берутся. Ну да, ну кота тоже через грудь можно собирать, ничего страшного. Там особой разницы нет. Думаю, можно стартовать, наверное, Дел, да? Смотри, пояс тухлого не продается, фалик тоже не продается. А вы начали уже или нет еще? Еще нет. Прекрасно, я сейчас покупателей нагоню, у меня на ребро двое. А ты сейчас сама не идешь? А, могу пойти, но я не уверена, что целиком высижу. А что покупают? А, шею с духом. И сейчас скажу, что второе. На рогу что-то. Тапки, по-моему, какие-то. Если тапки с ребра, то они нужны. Тапки с ребра нужны, и все, тогда, ну, базара ноль. Давай ты, может, в рейд зайдешь, сколько у тебя времени? А тут Войд по тебе очень соскучился. Войд, да? А ты, значит, не соскучился. А я всегда скучаю. Я хотел, чтобы ты ПРЛила, но... Да, ПРЛила? Он ждал этого. Я ПРЛила? Ну да, типа так пафосно. Типа там ты там спекайся, а ты там, блядь, каски баф. Ты просто... Ну, ты же ни разу не был со мной в взломании, ты не знаешь, как я как мразь рылю. Началось. Говорю, времени у тебя сколько? Слушай, честно говоря, не знаю. Часа полтора есть. Тоже неплохо, заходи. Да, заходи, Настя, я буду в ДД. Или Вася. На сурке. На сурке в ДД, наверное, мы на вдвоем будем. Там прохилят. О, привет. А, ага, так.
Можно вообще пойти в три хила попробовать. Вот ты решил меня загрузить окончательно. Давай. А давай. Так и будет. Да нет, это скучно просто. А давай. А я хочу попотеть, пока я здесь. А давай. Ассиста мне сразу закинь, Вега, пожалуйста. Напали с ассистами. С ассисты напали! Я обезрежу. Что, во сколько пойдем? В 4 или в 3? Да. Я, конечно, шучу, но я уточню. Да не, ну пока хильте, он в пятером, то в пятой группе. Я просто смехилю. Саурфанги втроем похилить, там вон два шамана подамажут. Но Саурфанги я один похилю. Нет, просто меня сместили с пятой группы, я шестая. Очень понятно. Корабли тоже втроем можно хилить спокойно. Тренируемся стоп-каст, ребят, давай. Легко. Ладно, буду стрим, как скажешь. Фарадыч, по Алине плюс один, у нее автоинвайт. Что-то вы как-то резко сегодня начали, я не успел толком приготовиться к рейду. Минут 10 мы стоим на месте. О, ресурсы для чан. Не знаю, пока рецепты выбивал в ледяной короне, блин. Там зеленки нападало, наверное, штук 60 шмоток. Буквально за час. Сейчас даже Алекс пишет, говорит, нужен сумасшедший, говорит, энчантер, который будет много пылить. Розария, кинь кулак по себе. Да, люблю пылить. Да. На трэше будем на группу у тебя. Зеленку, синьку гридим или пылим. БВЕшка, отказываемся. Вася, мне сегодня представляли, что я переманиваю мейнхиллов с жуков. Как ты переманиваешь мейнхиллов с жуков? А кто вставлял ты? Редвар. Ну, Редвар, я вспомнила. Труха. Труха. Ничего страшного. Чего, нам хиллов, что ли, не хватает? Ну, меня не присумонили. Я в ожидании. У них там шаманов миллион. Вот я и говорю. Так что за тебя борется. Прелесть. Сережа, я в ДД или в хиле? Уточни, пожалуйста, я в четвертой. Четвертая группа — это не хил. Магия, поставьте, пожалуйста, это пикничок. Настя, ты в ДД, да? Ой, в это, в ДЦ? В ДДЦ, Да.
Бегните. А я себе, кстати, это делал, пробовал спек ДЦ, но чтобы можно было встать, когда тебя убьет в виде духа, получается только без исповеди. Но она нафиг-то мне нужна. Ну да, ну да. Дэл, ты с голосом? Анонси там ты то, что замены на байеров делаешь. Все, уже человеку этот. Ну, сейчас не пульте не пока, подождите. Да, не пульте. Они спекнулся из маны, так что не. Не жить, друид, охуеть. У меня, кстати, потов почти. Ну, увеличен же дух, правильно. Сейчас. Рубила навык. Не, на ютубе не буду, не хочу. Я же что, на пол? Пока нет, минутку, буквально минуту пока. Одну. Ну, Алекс, АФК, что ли? Простите, а мейн танк Ладбон? Войд. Коника, что тебе надо? Тотем на гилу или мимихаст? Нажалось на то и другое. Я поставлю. Чё ж так заёбывать-то, а? Не байер, это нихуй пойми что. Все готово. Нет. Да шо, мне байер написал нища. И пати не принимает, не отвечает. Заебет. Но она давно ждет, просит. Под хила мне место заходить, пожалуйста. Броки как бы под это, под ОКХМ стоят. Ну, думаю, не критично. Конечно, не критично. Под хила мне место можно? Нет, то вы скажете, что это мало хилю. Ребята? Мосса уступишь, ребро? Или тебе что-то надо? Я могу уступить. Не-не, друид на друидах у меня. А, нормально, она похилит. Слышишь меня, Мосса? Прием. Вот, отлично, меняем Мосса. На одного же босса только, да? Да, да, на одного, и сразу собьется. Портал Моссе дайте. А чё, тут надо шею? Да. Я своему друиду, кстати, тоже шею так не вынес. А тот, кто может все ЦЛК уступить, тот будет до конца рейд тут находиться. Я могу что там этот друид, пускай хоть с маской резается, без него. Две минуты до воскрешения она мне пишет. Ёпта. А, все. Да, плевать. Отхилим. Ну чё, саманули, нет? Вечно с бабами проблемы, блядь. Да пиздец. Да-да-да, ага. И девушки такие, да-да-да. Да я не знаю, чё, блядь, ломаться-то как... как баба, прости господи. У нас кто-то не вышел, почему самон ей не приходит? Мост уже за рейдом. Все должно быть. Может, доступа нет у человека? Должен быть. Убит, спроси. Убит, я убивала ей. Она
25 труп надо, чтобы зайти? Ну да. Лич нужен. Лич убит, Зуламан убит. Лич? Я своими руками это все делала. Может, мне КД? Да вряд ли. А категория какая там? Третья у меня. Да все есть, понимаешь? Пусть своим ходом летит. Пиздец. Ну релогин спускай, что ли. Мы все-таки ждем. Буквально еще пару минут, пока меня это калить не начало. Да уже меня это калить начало. Во, да. Все здесь стоит. Слава яйцам. Отчет на пул. Понеслась. Слава яйцам-то. Сиськам, наверное. Ой. Что-то мне отображается, что один танк в рейде. А у меня отображается, что у нас два озабоченных в рейде, которые отреагировали на мою фразу. Реально, а чё по героизму? Без не... без гера был? Чё тут геру сдавать? Зачем? Чтоб быстрее. Вы столько времени потеряли на этот... Прости, господи. Ой, снимите шипа вагона ДЦ. Боб на место поставить. Ну что, люди в огне горят, что ли, или что не похоже? Ну, Жужин стоит где-то в жопе в огне. Вот это кольцо костяного колоса лага. Жунуэн, ты слышишь Делоруса? Закидываешь ему шмотку, про которую он говорит. Жмен, закинь шмотку Делорусу, а потом будешь ролить остальное. Кольцо костяного колоса с агилой и с меткостью. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Друид ушел? Нет, сейчас уйдет. Дайте шкаф сразу здесь, Мосу сунем. Жужин, в меня сунь, пожалуйста, варежки. Так, чё, фунта пока убрать, да, до кораблей? Да. Всё, я ему написал, чтоб он вышел пока. Посмотрите на твои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Чё, дроид ушёл? Сейчас берёт у меня варежки и уходит. Мосы пока сунулся. Жунуэн, чё с лутом торопишься? Сролил не кладбон, а Элбрил. Я отдам. Мне не критично, если нужно кладбон, пусть забирает. Да нет, бери. Так, вы мне лутера не ломайте, то он реагирует плохо. Может, пулит? Ну, ребят, суманут и спулит. Всё, камень юзает. Скажу, когда доюзает. Ну, можно уже смотреть. Я сделал ШП, третий спек, забыл, как им играть уже за полтора года, блин. Да
охоток навешал, стоишь, сосешь. А я думал, уже же он пытается понять, как в Настю засунуть персонаж. Да в Настю он уже засунул. Подняться, либо вниже спуститься нужно. Мисы идут. Мисы, Полина. Убиваете, блин. Нет, так куда вы помощника ведете? Уберите его нахер вообще отсюда. Как можно ниже с лестницы. Я пытаюсь. А чё это лага, ты себе ханту снимаешь? Видите кто-нибудь гильдбанк стоячий? Спасибо. Ты бы сундуками завалят, как на приданное. Чего только не сделаешь для нас. Спасибо, ребят. Сегодня после РТ идем ЦОК с ВБ-чку. Угу, сразу после ИВК. Нет. Забирать все осколочки. ИВК было раньше. Значит, ну в ВК можно на два босса сходить, наверное. Ну да. Все просто. Ну, так там написано там за три вагона. Так написано. Да можно было бы и на фу. Там вон. Можно, но видишь, меня смещают. Токены по 9 сануба нужны. Тоже бы пароли дроид. До сих пор, между прочим, очень актуально. Значит так, по боссу. Кладбон, трэш слева, два вара справа. На второй фазе на боссе Войд и Кладбон. Редвард, ты на трэше. Это так и должно быть, что у нас одна трэша, почему-то люди отваливают. Вставайте, бегите, там телепортом прям сюда закинет. Че ждете-то? Буливан, ты тут? Там вначале сеть отвалился, зашел. Что-то там 1, 2, 3 напечатал. Теперь буль. Если у кого-то лагает, пишите сразу. И бите вала, чтобы вас заменили. На эту неделю сейчас, по-моему, у всех будет лагать, потому что интернет перегруженный будет, блин. Ну, как бы я лагаю, но я что-то за последние пару дней уже более-менее к этому... Да телевизор лагает даже. Как ты говорил, Вага, слева Кладбон, два вара справа, да? Да. Можно Кирс на боссе посидит? Можно, рыба. Спасибо. Я все равно свечиться не успею. На второй фазе кто сбивает кости? Вары справятся? Нет, косты будешь сбивать ты. Один. Эти косты этих танков не убьют вообще никак. РЧ на пул. Сопротить же не надо, да? Или надо? Не обязательно. Если будешь ловить духов, надо. Если не будешь, не надо. Значит так, на босс. И я. Кто из миликов подходит к боссу и будет его туннель, получит пиздюлей. Поехали. А пиздюлей в каких количествах? Дайте вапу лучше. Я подумаю. Вапу дайте из друида кто-нибудь. На рейде ад. Фанатика. Ты не в сил противиться моей воле.
Снимите скилла, пожалуйста, надо. Дисплей скилла, пожалуйста. Геру по откату прожмет. Если бы была. Кто-то спон не сдал Геру? Ты босса это бьешь, Кладбон? Я трэш забывал. Какой еще трэш? Ты на боссе... Ты издеваешься, я же сказал, на боссе. Войд и ты. Ты чё? 6 ветров уже кинул. Может, заберёте? Да хоть 106 кинь. Не стал, Олег. Хасу почему? Понимаю. Да, меня больше. 70, 80. Я на платформе, где босс стоит. Спасибо. Давай, будь второй. Будем меняться. Каску дали по шаману. Если бы я хоть какие-нибудь бафы, кроме пристабафа, увидел, вообще в шоке. Как же вы духов лицом-то ловите, а? Дух Моса. Тут видишь, тут гир хороший, как бы не пробивает. Ой, это как же знаменитая игра про товар? Ну, ты... Я 20 секунд кайтил босса. Надеюсь, ты шутишь? Ты же в курсе, да? За стаки. 5 стаков минус 100% агра. Надеюсь, ты в курсе за это, да? Как-то я понимаю, в курсе, но шутишь. По-моему, должно быть 2 танка на боссе. Ну вот, один танк не набирал агро вообще, его не было. Так, секира с кораблей нужна кому-то? Что-то нет, там напулил на нем немного, но... Ну на пул-то не поможет, надо же агро танку набирать. Ну да. Жунен, лутом занимайся, мы сделаем квест. Лутер, сдавай. Жужин получил власть, которая не снилась его отцу. Не снилась ни одной сови. Все еще буду благодарен увидеть хоть один баф, кроме пристабафа и крит. На боссе баф на вас. Вам и так хорошо. Ты ж сильная. Угу. Главное, до сурка бафы иметь. Чего говоришь, до сурка не бафать? Ну тоже не могу так сделать. Надо ему отомстить, да, Кир? А это ПП. Смотри, власть не пользуй. Что-то вагу не хили, да? Без бафов, да? Без хила, бафов, танков и так далее. С тобой бинты, коньяк, запуск. Ну я конину не люблю, мне бы лучше фляжку виски. А я наоборот, только коньяк пью, виски ненавижу. Товарищи и продавцы, силу гнили кто-нибудь сегодня продает? Или она кому-то? У нас квест, квест, ребята, вернусь. Ты, наверное, хочешь ее продать Зерону, да? А я квест не взяла, я дурак. А как ты убедал? А он шарится? Он тебе тоже писал, да?
Я должен был продать его в ДВ-рейде. Ему оно выпало. Я по работке АФКшил, забыл про него. А где квест берется? Понятно. Вначале. Он мне просто про это кольцо. Он на меня сидит там, ждет, когда мы что-то продадим. Уже месяца полтора. У кого квеста нет, спуститесь ко входу в ЦЛК, возьмите квест. У кого нету квеста, можете уже спамить в чат или же накидать. Пулять? Как? Нет, стой. Нет, ну чего? Закончили флут. И ждем тех, кто добегает. Сейчас кто-то слово скажет, получит КП сразу. Сколько? Ты вот провоцируешь, я не понимаю. Нет, я просто спрашиваю, точнее, сколько КП. Я убрал, ты тут или тебя сумонит? Все, добежал уже. До Горуса и Жюри. Я добежала, мне уже третий раз сумонит, а я стою рядом, смотрю на шкаф. Долорус уже. Долго расчехлялись в этом. Долорус, ты с нами? Ты завис, что там с тобой? Я иду, иду. Пулять или что сейчас он уйдет? Нет. Я подойду уже, что, нет, что ли? Ну, пуль давай, окей. Че, все прячемся в палатку, нет? Все прячемся за широкую спину про товары. Который нет, да? Вот мы сейчас шутим, а потом Дизерон скажет, апаем про товару, но он будет раньше лучше, чем про товару. Да нет, такого не будет. Просто вару интеллект не нужен, поэтому как бы. Паладин всегда будет умнее. Вот, реально, предложи Дизерону, пусть он вам даст по 2Т5 бонус носить 2 очки. Бонус интеллекта или чё? Ну серьезно, прикинь, приходит товар, у него в двух руках по счету 0 игра, зато кучу живучести. Собирается рейд 10 разбойников, да, что-то не надо. Табуретку на жопу еще. Квест дадим после кораблей. Сейчас все на корабль. Я полетаю туда. Меняю слобика на ханта байера. Сейчас мне еще один байер долбоёб отпишет, не есть у него КД или нет. Может, возьмем еще одного. Угу, есть КД, все, тогда не берем. Внизу корабли шкаф поставлю. Ну, отойди. Байер долбоёб. От спидозного Кирса не хотите отойти, не? Всем норм. Шкаф ставлю, внизу кораблей спуститесь с трапа. А давайте на байера чуму перекинем. Армянский коньяк лучше, чем дагестанский. Ой, началось. Амкил. Беги к порталу. К этому шкафу. Просто у меня одна бутылочка кончилась, а вторую открыл, такой он термоядер. Все, он здесь. Эл, не умирай. Говорю, будем кайтить, пока на байера не перейдем. Кирс, ну сейчас на тебе, так что иди байера ищи, прижимайся к нему теснее, интимнее. Где он?
Не знаю, ты с Розарией пока только бактериями обмениваешься. Давайте до лича ее перекинуть. На лича можно перекинуть, пусть он умрет, да? Иллюжины богаю. Ну, вообще, да, иллюжины богаю. Богосоюз иллюжинов. Это не мы богоюзеры, это просто разрабы криворукие кривожупы. Кривожупы. Это тоже верно. Она не дамажит? А где Байер? Я не вижу его. А это не... Да, со мной стоит. Вот хан тут. Бнием, все нормально. А, все. Во, перекинули на Байера, все, сжигаемся. Скажи, пусть с корабля спрыгнет. Там вертанет все равно. Пускай. Да нормально, мы в сторону разбежим. Просто ой, уроды. Красиво. Просто уроды. Иллюжины, блядь. Можно теперь этот. Вы че, вы чему это убили, сволочи? Бога, ты где был, когда мы это обсуждали, коварный план, блин, потирая лапки, как мухи просто на говно. Лага, можно теперь темки создавать. Иллюжины не только кидают на лоб, еще и байеров. Еще и заставляют на починку тратить. Ладно, байера убить — почетное дело. Извращенными методами. Дайте ему байера убить его еще раз. Жаль, нету никакого спла, типа, знаешь, как рокировка местами меня. Резнуть и не хилить его, блядь. Не, резнуть и под Мурадина. Резнуть под ракету. Под Мурадина закинуть. А, да, или вернуть под Мурадина тоже хорошо. Уроды. Блин, кто мне еще хотел? Кто тебя хотел? Да меня хотел, я знаю, кто, у меня целый список. И этих, и еще кто покупать вещи хотел. Долорус, подойди поближе к нашему кораблю. Куда-то на бумажку или по-современному? Все. В ежедневничек, я старушечка. В этом плане люблю бумажки трогать. Да иди обратно. А почему мобы на этом корабле не замедляют? Претент, ты бюро. Чернотролль, молодец. Забираем все бамки у байеров, их убиваем. Разгоняешься и прыгнешь вниз с криком за ВДВ. Элбрил, это в тебе коньячок говорит. Не слушай его. Хуйне научит. Тут, по-моему, умереть невозможно. На уши, кажется, там если упал, то все труп. А, так раньше уже тоже вроде бы мы тут падали, умирали. Хотите, я упаду и умру? Блин, надо Дезерону сказать. Что за бред? Почему землетрясение не замедляет мобов на корабле? Написал заклинание, оно не работает. Нет, тут земли нет. Ладно, все логично. Конь, подойди, дай свой этот, вялый. А то у меня тут земли нет. Ну-ка, вот, просто ради интереса. А это работает? Работает. А что происходит на нашем корабле? Развлекаловка Сир. Все мобы на мне, блин, на Кирс. Ну и на танке, блядь. Почему? На Кирс развлекается. Я пойду квест дам. Даже Шивы не отдавал. Ничего себе, даже корабли прошли. Сегодня десятку и коня, максимальный ДПС был 8,5к, 4 ДК было, блин, и пипец какой. Ладно, у меня просто не было на бусе. А ну барак два раза закапывался. Что там, Байер резается? Я напишу.
Папку, блядь. Мамку. Открывай. Все, он тут. Счеты. На выброс. У меня, кстати, кто-то был на счеты, я правда не помню. Прикиньте, даже кто-то счеты Алтор покупает. Да это пиздец. Так, а у нас Аркус кому-то нужен, в рейде или Байрам? Моему нет. У меня на Глору, кстати. Ебать, Вага психанул, сотку выкинул. Можно ТПшницу сдать квест, кто этого еще не сделал. Что, время есть? Успел ТПшницу сдать квест, прилететь назад до открытия. Это заебись, кольцо, лодишку. Да, прикольно. Наконец-то закончился саппорт с ОККХМ. Ну что, спекаться? Шипа 8000. Я видел еще тему на X3. Кто-то выдавал себе за админа, и людям просто так выдавал быстрые старты и бонусы. Вот и побанили аккаунты перманентно прям на все реалмы. Hey guys. А как это они там сделали? А я думаю, что так много тем, типа, вот меня забанили. А вот, кстати говоря, вот этот вот некоторый шанс насчет Халтора, какой там шанс? Или у него ГКД просто есть? Что? Счеты Алторов, у них какой-то ГКД есть? Ну, КД. Да, толку. Ну чё, в хилах остается у нас. Просто интересно. Так, в хилах остается Элбрил и Дейдре. Ну, Розария, если есть его в спек, можешь спекнуть. Моссов Кота, Шторм Лема. Хорошо, два приста. Лучшие хилы. Розария, не спекаться, да, Редрика? Чего у тебя? Давай. Спекаться мне, да? Ну всё, Редри, есть, спекайся. Элбрил, давай в 20? Сейчас два приста класс покажет. Наверное. А что, легких путей не искать? Ты сейчас... Представляешь, мы будем считывать и это, не успевать даже видеть, что дебаф появился. Мы будем спорить, кто считает. Конфликтовать за щиты. В конце у кого больше, тот выиграет. Я сейчас два колодца поставлю просто. Почему пойди, Вага, но он с этим берут плеч на танк? Я не знаю, я вообще просто так хуету паролил. Я просто смотрел вашу сотку просто. Вообще абсолютно из всех на танков, там на грудаке есть броня, но нет защиты. И при этом все люди почему-то берут, блядь, нонсетом себе плеч. Нет, вообще-то на тировом грудаке и броня, и защита есть. Нет, там есть защита, там есть броня, но нет защиты. А, понял. Да без разницы, как собирать, о чем вы вообще? Без разницы. Короче, не смотри на всяких раков. У меня все равно нонсет будет другой. Скажите, сколько там времени, а то у меня ни один аддон не за... Нонсет может быть любой. Просто я себе как бы уже собирал, 15. Типа, нонсетом грудак. Типа, слухово, там, три сакета. Топовый нонсет — это перчатки с ОКХМ. А топовый под достигаемый? Дайте герок твоим. Не хочу хоть раз ГКД не так. Можно чуть-чуть ниже к колодцам спуститься. Нормально, до сих пор не почти.
20. Пирайте, люди пишут, спрашивают, да, я хотел бы купить шмоток. Я пишу, да клево, давай берем. Шмотки стоят там от 30 до 40 тысяч, в зависимости от того, что берешь. Сразу выходят из игры. Перенервничал. Ох уж этот Элем. Мауе. Понимаешь, оно настолько кривое, что оно не замедляет мобов, но наносит им 100% вместо нужных 30. Очередной БГ-юзер заилюжен. Я даже, кстати, по-моему, темку такую видел. Но... Я релог сделаю. Вот разница между скадой и этим рекаунтом. Сколько там ДПС? Разница большая, как бы вообще. 420. Погрешность. А смысл в том, что в рекаунте дамаг не падает, когда ты стопаешь урон. А это на рекаунте говно. Она спускает вечно Делорус где-то там непонятно. ДПС. Ну, по скаде у тебя именно вот ДПС резко снижается, нанесенки на 40, если конкретно смотреть. Хан дальше идет или что? Он на тухлого, да, чест кольчужный. Я чувствую, как король Лич наблюдает за нами. Чё там, Вага? Берем? Жди хилов нет. Чё, кого? Зерона, на хилу гнид. Сам смотри. Сейчас я вас прошу. Без урона? Нет, дезурон слишком слаб для нас, мы его не возьмем. Вака, ты сколько ему говорил за кольцо? Вот он говорит, он же ценник. Я ему 35 заломил. Но он согласился. Так что давай загоняй его в рейд и пятерку поделим. Ну вообще на силу гниль 35 нормальный ценник. Популярное кольцо. Дай это мой сестра. Я типа это на ханте. Эй. Жунуэн, кидай приглашение. Сейчас напишу. Вот ему кидаешь приглашение в рейд, меняешь моего пава на ханта. Там у тебя Вага было проще ассиста на ханта. Надо было. Не сделал. О, Зерон, знакомый чувак. Какой нахуй, Каря? Я ему сказал, сейчас он выйдет, когда мы собаку добьем. Знаешь, что покупатели одни и те же вообще. Просто постоянно одни и те же ники. Так ты понимаешь, что... Он у меня сидит месяц, ждет там одну шмотку. Ну, конкретно Зерон, он фарами. Без перерыва причем. Он, ты думаешь, что он в Каражане делает? Он голду. Блин, дай промоут на ханта. Да, говорит, ты делал бочку со спиртом, продал. А деньги куда делал? Пропил.
как они голду зарабатывают, ее сливают наши мотки. У меня какой-то челик был, у него там на... Нет, мейнсер. Ходить просто в рейде с кем-нибудь, нормальной гильдии, и одеваться. Вот, так там тоже челик был один, БР. У него такая же ситуация была. Он мне говорит, сколько вот стоит этот эд? Я ему ценник называю, он говорит, ну ладно, за две недели как-нибудь на... А там, знаешь, там 1000 на 150, наверное. Блин, мне чтоб 100 накопить, нужно месяца 2, наверное. И то, если постоянно ходить по рейдам. Это если постоянно ходить продажные рейды, давить. Ну это прикинь, кто-то чисто короче, там проводит в горы. Темы, кого-то разблокируют с X3, кого-то нет. Пишут, типа, не передавать аккаунты в третьи руки. Не пойму, как это связано с тем, что людям просто бонусы начитают. Петух сверху жрет меня. Вон он для этого. Так, ну судя по Сурфангу, уже одну замену в рейде я придумал. Кирса с рейда? Возможно, после тухлятины меня заменить. Нет. Один из новеньких варов на сложных боссов точно отлетит. А что там по ДПС? А то я без задонов, я даже не в курсе. За боника могу сказать, я просто кэш я почистил, у меня так лагал, что ушел становится. 18 место. Зефирит или как его там? Зефирит. Ну или Зилфрит, не знаю, короче. Новенький вар, вот он будет у нас. Зулфрит. Применен. Зефирит мне понравился. Зефирит, ну это. Каска 8% есть у кого с собой? Тут, так, у меня есть. Нет, этого нету. У меня есть, могу дать. У кого каска есть, хреначе. Так, подожди, когда я Байеру черк. Бать, так, ну, пятая группа снова в хилах. Вся причем. Зачем? Че там кто зар? Как зачем? Ну, так, чтоб наверняка. В смысле? Мы вдвоем с Элбрилом нормально прохилим. Ну как, он один, и я 0.5. Давай. Я в вас не сомневаюсь, но рейд мне жалко. Кинь промоута мне тоже. Че, Зерон тут, нет? Да, сейчас он выходит. Ну ладно, я обычно в центре просто ставлю. Ну, в смысле, этот шкаф поставьте? Сфера выносит тотема, это как знак. Хорошо. Знак про товары. Да. Для кого мы шкаф ставили? Сейчас байер будет. Долго у нас сохранили. Сейчас его санста выкидывает. Кто желает на замену на этого босса из миликов? А ты у нас главный милик, я понял. Ты до конца рейд будешь тут. Вага, а ты зачем на ханта зашел? Че там ну надо? Ну как, пояс и фалик. А, понял. Фалик с тухлопу. Всегда я мечтал. Твины в рейде, да, пианист одобрил. Это как Коник сказал, власть сменилась, значит и правила поменяли. Ой, а можно я дальше на игрушки тогда пойду? Магом на джайну заходил. Если пианист вам не одобрил зайти твинком, то нет. Не, он мне говорил, что твинов можно, но не конкретизировал, каких именно. Так чё, говорил только, что Монорота клёвый паладин, больше ничего не говорил. Ну так что, мелик какой-то желает послакать одного босса? Да, да. Короче, давай сам ты. Кирс, напомни, да. Сколько Аркус стоит? Аркус? А, так. Портал дайте Демонуксу. Портал дай портал. Чего тебе дать? Я не слышал. Портал Галеран дайте. Опять.
Так, я в Элиме, я так понимаю, да? Блять, кто группу вот так вот перетасовал? Раз в неделю группу. Кто-то что-то тасовал вообще? Нажмите. Пятая группа, хилы. Сейчас, если кто-то еще раз что-то перетасует, у всех отниму промол. Все, он тут. Че на пул? Че, увидим, сколько казни, блядь, подстакали. Дал, как обычно, же ко мне-то с притырочком стал, да? Эд Байер, он любит пельмешки, все нормально. Понимаю. Ребята, сегодня ОКЗС точно не будет? Точно. Мы не успеем. Даже если успели бы, мы не можем пойти в ОКЗС. Он вышел. В смысле, как это не может? Лёху типа ждать, там пистон же нужен. А, АЗС? Жесть, какая ты. А лучше завтра вместе закрыть, чё, АЗС, оп. Если время останется, лучше вон, в РС КХМ сходим. Ну, отлично, хороший план, мне нравится. Мне правда там уже ничего не надо, но все же. Хорошая мотивация. Ну, потанешь. Не знаю, мне из всех инстов только РСК и ОКХМ. Я после этой гнили скажу. Падение хиловский, тотемы бегают, да, а Велимовский, а хил бегает. Да нормально, мне нравится. Серьезно, ребят. Так и надо, блин, дед. А там шагнуть три шага. Сейчас восьмой повешу. Все забираю, ага. Ожидаемо. Хотел уже сказать, кто-то из рейд дорогой. А это какой-то бай. Ну огонь, конечно. Шестьсот тысяч урона всего, не боимся. Сикока, сикок. Я на лечелем 200 получал за фулбой. Ты еще без прожимок. А. Я уже думал общий ДПС. Ну как мне повезло. Как и Гниломорт. А правда ноги похерил, как обычно. Че, хилы, как хилиться про товар, забись? Нормально. Это вам не Т4. Ты не надо кому? Все одно есть второе со скидкой идет, да, 50%. Вася, а старые тоже ходят против? Он не играет, он играет на катаклизме. А, он забросил, да? Да, здесь, да. Неожиданно. Он уже, наверное, ну, полгода и мясик с ним там. Мясик тоже туда же.